Ну куда ты швыряешься? Так, маленько хоть снегопад утих. 26 октября, 17 год, Харьков, 16:51 по Киеву. Ну куда ты пошли уже, сына? Вот такой у нас первый снежочек. Пошли! Да. Хо. Смотри, снег на яблоке. Лови! Что такое? Да снег на яблоках, видишь? Снег. У меня на очках снег. Когда тебе еще было лет 30 до рождения, была такая песня. Не, не 30. Меньше лет 20. Яблоки на снегу. А это у нас снег на яблоко. Не, класс. Смотри, зрелые абсолютно яблоки. Я не вижу. Ну а что? Октябрь месяц всего на все. Пошли, чудо-чудо. Ну а температура-то у нас плюс один. Моментально все превращается в слякотень. Так куда ж ты тебя? Ой, ну как все сразу изменилось. Как в другой город попал. Ты не знаешь, кто это город, сын? Какой город, говорю? Сноудания. Сноудания? Сноудания? Ну, сноу, снег. А что дальше? Сноулендия. Да. Сноуленд. Ивушки еще совсем зелененькие. Ивушки последние. Ну да, я сейчас еще раз протру. Протереть тебе очки. Ну, держи. На. Да. А. Давай. Вот такой у нас 25 октября. Фу ты, блин, 26. Первый снег и 9-й супермаркет. Вот, видишь, строится. Ладно, пошли. Давай руку. Давай руку в брюку. Ты-тон-тон-тон-тон-тон. Метроном какой-то. Торопыга. Так, ну лады. 26 октября, 17 год, Харьков. Я хочу снег. Что делай? Я хочу убрать весь снег с лавки. С лавки? Ну, убирай давай. Там я вот не помню. Я знаю, что снеговик не помню. 16:55 по Киеву.